Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. На 57-м году ушел из жизни актер театра и кино, заместитель директора Молдавского театра «Лучафырл» Юрий Сувейко. Скорбная весть пришла к нам этим майским утром, из жизни ушел прекрасный человек, замечательный, талантливый актер, маэстро Инарта РМ Юрий Сувейко. Коллектив Государственного молодежного драматического театра с улицы Рос имени Ю. Хармелина глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Юрия и коллективу театра «Лучафырл». В нашей памяти и в наших сердцах останутся те мгновения, когда мы работали с ним на одних подмостках, его замечательные работы, его любовь к театру, выразил соболезнования коллектив театра с улицы Рос. Юрий Сувейко родился 1 января 1964 года. Работал в Государственном молодежном драматическом театре с улицы Рос, театре Има Чехова, театре Има Михая Еминеску, республиканском театре Лучафырл. Сыграл несколько ролей в телесериалах «Танго над пропастью», «Адвокат 8», «Пятницкий Бигль», «Одиссей сыщика Гурова», «Проснемся вместе», «Пятая стража», «Кодекс чести 7». Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!